Зачастую для того, чтобы объяснить несведущему человеку, чем ударная дрель отличается от перфоратора, приходится прибегать к шутке. Мол, ударная дрель – это сверло, которое стучит, а перфоратор – это молоток, который вращается. Но данная шутка не так уж далека от истины. Ведь в отличие от простейшего храпового механизма дрели, перфоратор обладает сложной пневматической или электромагнитной системой, позволяющей не только в разы повысить силу удара, но и обеспечивающей надежность и долговечность инструмента. И сегодня речь пойдет именно о перфораторах. Это Bosch Professional GBH-432DFR и GBH-328DFR. Обе модели имеют вертикальное расположение двигателя. Это ощутимо повлияло на их габариты. 40 на 23 на 9 см при весе 4700 грамм у первой и 35 на 22 на 8 см и 3600 грамм у второй. Конечно, миниатюрными их не назовешь. Но для перфораторов такого класса это совсем немного. Да и вообще конструкция у них очень эргономичная. Рукоятки прорезинены и удобно лежат в руках. А сами инструменты хорошо сбалансированы. Помимо этого, они оснащены системой подавления вибраций Bosch Vibration Control, которая снижает неприятные ощущения при работе. Управляются инструменты тремя переключателями. Это рычаг поворотного щеткодержателя, задающий направление вращения, большая удобная кнопка «Пуск», регулирующая скорость оборотов, и диск выбора режима работы перфоратора. Режимы стандартные. Простое сверление, ударное сверление, режим «Вариолог», позволяющий быстро изменить положение зубила, и режим долбления. Переключение происходит с ощутимым щелчком, а в случае с GBH-328 требует зажатия небольшой кнопки. Крепление кабелей питания шарнирные, а сами провода выглядят очень надежными, тоже касается и вилок. Передние рукояти зажимные и фиксируются в любом удобном положении. Для контроля точности сверления на них устанавливается ограничитель глубины. Оба перфоратора оснащены 10-мм патронами SDS+, обеспечивающие быструю замену рабочего инструмента и его надежную фиксацию. Также в комплекте имеется и быстрозажимной патрон. Именно благодаря ему есть возможность использовать сверла с обычным хвостовиком. Смена патронов очень простая и происходит в течение нескольких секунд, что в некоторых ситуациях существенно экономит время. Внешние модели очень похожи. Если не считать размеров, отличаются они только расположением диска переключателя и металлическим корпусом редуктора у GBH-432DFR. А вот техническими характеристиками они отличаются сильнее. Мощность GBH-432DFR 900 Вт. Частота 3600 ударов в минуту при номинальной скорости вращения 800 оборотов в минуту. Сила удара 4,2 Джоуля. По заверению производителя, этот перфоратор сверлит на 30% быстрее, чем другие модели этого класса. GBH-328DFR, соответственно, 800 Вт, 4000 ударов в минуту при 900 оборотах в минуту и силе удара 3,1 Джоуля. Подводя итог, Bosch, как всегда, создали два отличных, продуманных и надежных инструмента. Если вам предстоит серьезный ремонт, не мучайте дрели себя, возьмите перфоратор.